Конкурс «Эндюрегом Астана» успешно закончился в Астане. Вот уже на протяжении 3 лет конкурс стал своеобразным брендом столицы. За это время было создано более 100 авторских песен об Астане. В этом году свои работы представили 20 участников из 7 регионов страны. Первую премию заслуженно получил певец из Кызылорды Серик Ибрагимов. Обладателем второй премии стал Алибек Альмадиев из Алматы. И бронзу конкурса увез с собой участник из Актобе Азамат Бекберген. Также специальным дипломом наградили Бахаджана Урахаева из Астаны и Сайран Бралину из Икибастуза. Дипломантом стали дуэт Кербес из Семея. Победители конкурса поздравили и поддержали группу эстрадных певцов. Конкурсанты и звезды казахстанской эстрады исполнили произведения, посвященные Астане.